Будь ласка. Елегія Августа. К осени человек понимает, что лад его обречен, что дом его увядает, течет, как в песок, вода. Помнишь игру такую, холодно, горячо? Вот они машут, дышат белые холода. Вместо даренной манны марева муть туман, но различит сквозь это верный грядущий лед. Грустный и нервный мальчик, хваткою графоман, сущностью созерцатель, умыслом рифмоплет. К осени человек понимает, как быстротечен смех, как лаконично время, но жаловаться кому? К осени понимает, может быть, паче всех, что телегу тянуть с другими, а умирать одному. Впрочем, на осень это как еще посмотреть? Осень — венок волшебный, жертвенный урожай. Осень ведь тоже лето, на четверть или на треть. В осени верхом на ворохе жаркой листвы въезжай, где, утоляя жалких, свой золотой покров, греками или болгарами названный амофор, держит над миром матерь выше любых даров. Как бы ни пела плаха, как бы